Доброго здоров'ячка, хунтубери. Я вже достатньо давненько не постив ваші коментарі під донатами для каналу. Тож зараз з титрами я показую каменти з-під донатів і озвучу пару коментарів щодо декількох важливих, на мій погляд, подій. Ваші донати дозволяють каналу жити і працювати далі. Ютуб оскаженів, це підтвердить будь-який хунтубер. Монетизацію вимикають і не вмикають або взагалі, або ж поки не зійде пік переглядів ролика. Тож реклами нема, заробітку нема, канал тримається за рахунок донатів. Отже, я вам дякую нормальним голосом. Від новин на цьому тижні враження таке, що молода, безперспективна Z-команда купила у китайців на Алі дуже велике корито. Всіма своїми членами зібралися, наповнили це корито доверху, а тепер просто лють на нас по мірі сил, весь час продовжуючи підливати. Судіть самі. Підприємці спочатку заявили, що додаток для смартфонів, що замість касових апаратів, буде безкоштовним. Було? Було. Тепер вже ні. Близько 1000 гривень кожного місяця будуть здирати. 12 тисяч на рік, та це ще не точно, бо апетит приходить під час жування. Точніше, обдирання. Що таке 1000 гривень для розжирівших підприємців? Пил, вважає депутанг Роксолана Підласа. Крики ганьба в бік Яни Зінкевич. Я можу зрозуміти багато чого. Зрозуміти та часом навіть виправдати, але відкривання пліснявого рота в бік людини, яка витягла і врятувала разом із побратимами і посестрами сотні і тисячі життів, я виправдати не можу. Не можу, та й квит. Навіть не хочу маратися детальним коментуванням. Побачу в житті поруч цих ганьбистів. Плюнув Захарю. Попереджаю публічно. Данія дозволила будувати Північний потік в своїх водах. Гадаєте, в цьому нема заслуги наддорослого президента і його ростовської команди? Все просто. Хто розвалив підтримку України в закордонних поїздках? Про кого публікували карикатури всі газети світу? Хто все ще певен, що можна просто перестати пострілювати і наражає тисячі українців на небезпеку прямо зараз на лінії розведення? Отож, на Україну просто машуть рукою. Їм потрібен газ, а не наша безпека і наш заробіток. Дякуємо! Дурним голосом всі знаємо кому. ПДЧ в НАТО ніхто подавати не буде. Зрозуміло, ні? Як не зрозуміло, то коротко поясню. Вони вважають, що достатньо зробити це один раз, а потім все автоматично само буде робитися. Це вони так для нас кажуть, щоб ми себе тихенько вели. Та причина криється в іншому. Такі дії з боку України ані в кого ж немає сумнівів, що главпісіоніст виступає від її імені. Направлені на вгамування, а точніше підлизування ВВХ, щоб не драконити. А іншими, більш прямими словами, це підкоряння планам Кремля на окупацію України. Це ще одна цеглинка в фундамент вічної дружби з торговими партнерами. Не треба нагадувати, що УЗЕ процвітає кінобізнес на Росію. Всі пам'ятають, що він особисто до сих пір отримує прибутки з Московії. І, звісно ж, всі розуміють, що він не хоче їх втрачати. Тут щодо всього, що зараз відбувається, Ріа Колос міцно і дотепно все розписала. Настільки міцно, що мені багато що довелось підкоректувати. Проте далі – мовою оригіналу. Що ж, пора й Хеллоуін апгрейдить. Переименувати в Нелахоуін ілі в Недозейлоуін. В любом случае, іскренні желаю іменинникам побыстрее вихватить по тыкве. Клієнтам надо отдать должное. Делают все, чтоб на светлый праздничек проявилось и подтянулось как можно больше разной нечисти. Как праздновать будем, бандерославные? Я уже вижу здоровенную тыкву перед апу хластью. Пусть пацанам объяснят, что такое «піднести гарбуза». У них с украинской литературой, походу, не это. Про праздничные огоньки говорить не буду. Не хочу отнимать хлеб у веревочных. Потвореньки и комики, выходим из дурдомика. То платно? Тогда выключите свет, чтоб все думали, что вас нет в офисе. И смотрите на веселенькие зубастые тыквы и иллюминацию. Читайте прикольные плакатики, люто обижайтесь на стишки и карикатурки. Сами раньше стебались, теперь хлебайте, не кривитесь. Изумляйтесь, почему так просел рейтинг. Те, кому хотя бы доложили об этом, а не только про дождь. Во что нарядиться? Холодать-то стало. Я тут наткнулся на дивную опечатку. «Не честь». Изумительно. Это то, что еще не доросло до нечисти, но уже потеряло честь и стало расходным материалом. Кто их там считает?
Ладно, начинать надо с хорошего. Погнали. Наши персонажи. Украинка. Страшный персонаж. В первую очередь шугаются условные свои. Красивая девушка в венке и с головой ВВХ в руке. Голову главстерха можно менять на свежую хоть каждый час. Можно и на другого упыря. Нечисти у нас. Не счесть? Балет «Лебединое беззеро». Адилия теперь в зеленом, маленькие лебеди в черном. А лучше в красно-черном. Андрюха. Ничего фантазировать не надо, уже все придумано. Страшнее, чем в любой сказочке. Камуфло, берцы, если есть, награды. Все девчонки его, и правильно. Все, кто отводят глаза и кривят жабьи ротики, автоматически переходят в разряд баб. Независимо от возраста. Капеллан от ПЦУ. Тоже камуфло, просто другого покроя. Жуткий человек, им даже оружие боятся выдавать. Всегда готов с любовью и благолепием отпеть врагов Украины. Имеет договорники на самом верху и агентурную сеть этажом ниже. Сильно борзым чертям делает эпиляцию их же кипящей смолой. В общем, потрясающий собеседник. Ихние. В этом году будет много разной двугловой херни. Двувовая кремлекурица. НАТО, убоявшиеся МЗС и ЭМО. Антиподычилы. И прочая публика с рукой Кремля в заднице. Тот же Дырлопупс из «Спасечника» и Пушилина верхом на бочке ядреных отходов. Не смейтесь над уродами, им знаете, как тяжело. У курки конфедеративный вздрессонанс. Одной головке еле-еле 42, а эти самые уже посидели и свалялись от пересидки на троне. У антиподычил тоже не срастуха. Они вроде как и за скрепные ценности, но башкой в песке голым задом встречают инцесс... пардон, инвестора, брата, партнера и миротворца. Пожалейте тех же Андрея и Богдана. Оно-то одно, а вот зрады надо нагаживать за двоих. Такая запара, свечку некогда поставить. Какое-то, я извиняюсь, братство попца. Ладно. Малютка Витступахис. Дорогой костюм, но подгоревший тухис. Свечечка. Криво заколоченные понты и остатки батона, накрошенного явно не на тех. Цепь из фольги с табличкой «Я не лох, вот уже 42 года». Обожатели таскают за сабжем пианинку в надежде. Выпучительница. Классический мертвячок. Бледненькая, капец вытаращенная мозгами на рожицу, кофточка в цветуёчек, помадка ни разу не в тему. Понимает, что опять кинули. Хочет сделать умильное личко, ибо любит бубочку. Однако мертвыми глазками синхронно не моргнешь. Утирает зеленую слизь и поет «О, дайте, дайте мне зарплату». А про позор, что характерно, ничего. Унтеркапитуляйтер. Недомилитари формочка из секс-шопа. Не маркая, мало ли шо. Министерская ксивенка, маняще виднеется из кружевной подвязки. Миролюбивый розовенький макияжик, чтоб не провоцировать. Ранец с ништяками для чудища болотного, чтоб было удобнее стать разводить войска. За щупальца русского мира говорить или сами домечтаете? Нам лох не он. Для треуголки понадобятся трусики. Не стринги, иначе харизма будет жиденькая. Сверкать стразами, требовать восхищения, мурчать что-то непонятное, мечтать встретиться с другим таким же, чтоб отсыпал сахарные пудры премиум-класса. Биг Беня. Борода – дело наживное, независимо от пола. Напор – хамство. Больше цинизма, публике это нравится. Классик парламентаризма. Борода и шевелюра – единственное, что осталось непокорного. Списаться, почти договориться за без туда – спалиться, бездарно отмазаться два раза, извиниться перед фракцией и самим, они, видимо, тоже не согласились на сзади. Не так прикольны костюмы, как отношения между персонажами. Это золотого стоит. Праздник нам приходит, и скоро каждому костюмированному или реальному пассажиру придется окончательно решить, быть в балете или в болоте, иметь майбутни или майдей, праздновать Хэллоуин раз в год или жить в нем. Передеваться в черте или делить с ними свои населенные пункты. А для пассажиров падающего аэробуса «Украина» у меня есть, прости господи, хорошая новость. Нет, не о телеге с дармовым «Балентайнс». Если ее не закрепить, она зашибет и не спросит, за кого голосовали. Прелесть в том, что после раздачи соцсательных конфет наступает «Пороскладец». А дальше дело ума и сноровки. А правильные конфеты за лучший костюм уходят маскировочной сетке.
Она не только помогает обеспечить массу сюрпризов разным чертям, она еще и очешуительно выглядит. Давайте поможем тем, кто их плетет, доставляет и использует по назначению. Карту показываю сейчас на экране и укажу в описании. На борьбу с нечистой силой, на святой водой акропляторы, бесоизгоняторы тактические и системы наведения для осиновых кольев. Нас пытаются сломить и запугать. Черт-то с два, ответил бы я, но у джентльменов сегодня корпоратив, так что максимум соцсательную конфетку. Это Украина. С океаном, в хорошем смысле слова, тех, кто готов за нее прикопать. Если океан отступает, надо паковать свой цирк и драпать, ибо последующая волна сметет все. Нас хотят запутать, вымотать и вымарать из современной истории. Ага, сейчас. Мы уже там обжились, котика завели и порешали за интернет без всяких зеленых сапель. Хрен мы выгорим. Да тут такое плещется, что Змей Горыныч рядом с нами дышит только через раз и только шепчет «Гоша хороший!». А умирающий лебедь, кстати, знаете, почему под конец так ложится и голову типа крылом накрывает? Не знаете? Ну, люди. Она за берцами тянется. Она же вам не девочка. Так что, «Трейк ор трейд»? Сейчас. Давайте я вам из другой оперы спою. И правда, и действие. Поборемо. Підписуйтесь на Пенса, тисяйте в червону пімпочку внизу під роликом, щоб стала сіренькою, а потім дзвоник. Ставте лайки, залишайте коменти, поширюйте ролики, додавайте їх до своїх плейлистів, бо частину прибутку Пенс направить бійцям на перемогу, тож це буде і ваш внесок у перемогу України.